хорошая игра, я надеюсь. Госпожа Тата, ваша минута. Доброе утро. Не плакать? Я плакала. Да я что-то вспомнила прошлую игру. Сначала думала расстроиться, а сейчас я думаю нет. Не, а за что расстраиваться? Ну, подумаешь, игроки новые играли. Что страшного? Это у всех бывает. Я хочу поддержать новых игроков. Смотрите, у вас уже получается. У вас дальше получится еще лучше. Да-да-да. У вас будут укладываться в голове правила игры. Вы поймете, что не только интуитивно по правилам поведения, которые вы раньше знали. Мафия, она добавляет еще одну линию поведения, еще одно направление. Когда мы играем по правилам игры, когда эти два вместе будут у вас накладываться в голове, то вам будет проще. Вы будете друг друга находить красными или там лавировать, когда вы черный. 10 секунд. То есть держитесь, преодолейте вот этот период изучения правил. А потом будет интересно. Я рада, что вы пришли. У вас три дня. Госпожа Артемида. Спасибо за поддержку, госпожа Тата. Мы это очень ценим. Я как красный игрок опять. И мне уже немножко становится как-то странно, что вот у нас как-то называлось какой-то синдром, когда попадаются только нерабочие ролики, ну, неактивные. Вот, теперь, да. Я желаю всем удачи, хорошей игры. Спасибо. Спасибо, пас. Спасибо и вам, госпожа Польза. Окей, с этим я не поиграю. Конечно, по эмоционалу. Например, два выиграть с игроком номер один. Значит, я с вами тоже поиграю. По первому кругу. Что я могу рассказать? Действительно, мафия — это то место, где ты можешь сказать свои новые дали, то есть ты можешь сказать много о себе нового, то, что ты можешь блефовать, там, шутить и так далее. И просто еще это место, которое ты забываешь про все проблемы, начинаешь просто пахиваться в игру и все. Поэтому я желаю всем сохранять спокойствие, не беситься, не быть биби. Спасибо. Спасибо и вам, господин Николас. Ну, очень здорово начало. Мне открывается стол, прям я скажу. Вот, очень. Рекомендую новичкам не только послушать правила, но еще и почитать их на самом деле. Там неплохие книги, действительно, мафия прям очень интересная игра с точки зрения того, что, в общем-то, лишний раз подтверждает тему, что все вот инопланетян нигде не лечат. Николас, классный игрок, удачи города. Спасибо, классно. Спасибо и вам. Госпожа Солнышко. Есть такое негласное правило в мафии, расскажу, что вот когда собирается паровоз 1, 2, 3, то последний вагон не красный. Поэтому правилу я не смогу поиграться на господин Николас, тем более, что позитивная единица, которая гостеприимна к новичкам, очень классно открыла. Двойка с благодарностью, как бы новичок принял это. Тройка. Отлично подметила, как бы, чем хорошо, прям я чуть слезу не пустила, как хороша игра, мафия, все такое. И единственный Николас, который говорит, все врут. Как их можно не поиграть? Все цветочки, такие цветочки, но если господин Николас сам признается, что все врут, и сразу говорит, я красный, ну что? Ну, я бы с удовольствием, но я четыре уберу. Паровозы, поиграю, что? Я не знаю, это честно. А проверить четверку? Конечно. Ну, я не знаю его цвет, я просто пока с ним не поиграю. У вас есть? Госпожа Рапунцель. Добрый город, я красный игрок. Игрок номер один. Речь понравилась. Вы что-то пришел. С вами я поиграю. Тоже красный речь. Тоже могу с вами поиграть. Три тоже хорошая речь. Один, два, три. Играю. Между один... Два, три, да, у меня все красные. А четыре я даже бы проверила, что, ну, как Польза Солнышко сказала. Играю один, два, три, четыре, пока что не поиграю. Один, два, три, пять. Пять тоже могу поиграть. Пять, пять, все хорошо. Десять секунд.
Иван, господин Регис. Теперь смотрите, тут один, два, вы просили четверку на проверку, пять просили четверку на проверку, шесть просили четверку на проверку, вы за четверку на проверку? Вы нет. Понятно. Понимаете, в чем дело? Тут такое. Пять игроков, четыре игрока просят на проверку четверку. Понимаете, в чем дело? Ну, допустим, если он мафия, то что я могу, то что можно будет сказать им по 1, 3, 5, 6? Что можно будет сказать по 1, 3, 5, 6? Что там все красные прям, вот так получается. Ну, поскольку новый стол, то навряд ли его кто-то сейчас даст на отстрел, да, вот так. 10 секунд. Это по такой логике, да, вопрос, правильно? Я не знаю, я бы больше за проверку пятерки, потому что 1, 2, 3, 4 это легитимный паровоз. Он, для него могут быть все красные. Господин, госпожа Альята. Спасибо большое первому игроку за поддержку. Речь. Мы обязательно новые игроки постараемся стать достойными соперниками, чтобы с нами было действительно интересно играть. Мы будем очень со временем мы станем внимательными и максимально логичными жителями. Мы станем очень крутыми убийцами в позе, нас невозможно будет победить и выиграть. Но на сегодняшний день я красный игрок, и я признательна Солнышку за очень интересное правило, но я тем не менее не буду подвергать четверку просто такому вот сомнению, именно потому что он четвертый. Это единственная причина, по которой мы можем подозревать. Речь семерки я не совсем поняла, честно говоря, потому что по логике получилось, что если четверка плохая, то четверка шестерка и единица автоматов плохие. Поэтому я предлагаю подозревать как раз и выявить семерку. Спасибо. Спасибо, Иван. Господин Циник. Добрый город. Единица по столу, она красная, с ней можно поиграть. Два, в принципе, тоже хорошо поговорила. Два поиграют спокойно. Там между 3-4, что нет раз. Где-то у меня один мап сидит. Но я не буду ставить акценты. Потому что просто не понравится 3-4. Ты сыграл в правильной позиции, в принципе, не 4. 4 въехал до полусла, так что 4 краснее, чем 3. 5 подговорил, в принципе, неплохо. 5, 2, 5. 6. Вот тут мне тоже 7-8 раз. Тут у меня мам сидит, это там ваша. Какая игра 1, 2, 5. 10 секунд. Думаю, что я слышал, что довольно много черных ключей. Думаю, завершим, может, это 60 раз. Время. Господин Ромашка. Поначалу, здравствуйте, я вас. Ромашка. Хочу сказать, что здесь все как будто бы собрались шоковые участия. Играешь 1, 2, 6, 7 и 9. А поверил я бы все-таки четвертый. Это я слышала фол. 10 секунд. Спасибо. Все. Раунд закончен. Жестикуляция заканчиваем. Выставлений не было. Спокойной ночи, город.
недобрые для игрока номер 4. Господин Николас, ваша прощальная минута и право лучшего хода. Напоминаю про запрет жестикуляции, пока не назовет лучший ход. Принято 7-9. Очень интересно. Люди, которые после меня. Бывали, в общем, совершенно незачем было действительно про меня говорить. Что и так, скорее всего, сказали. Вот. В общем. После меня, в общем. Ну вот с этой стороны я не увидел никого черных. Есть ну, я имею в виду, что как кроме того, как кроме будет. Вас время. Город с вами прощается. Ваша открывает госпожа Артемида. Очень неожиданно было, что меня назвали в лучшем уходе. Но интересно. Спасибо. Ни за что. Я сейчас мне очень пока что мне нравятся игроки 3, 6, 9 и 8. И мне подозрительно 10, 7 и 5. Вот. Спасибо, пас. Спасибо. И вам, госпожа Польза. Вам подозрительно 10-5. Чего я не могу с вами согласиться, ведь пятерка я играю. Поэтому с двойкой я сейчас не могу пойти. Играю 5. Мне пора шарить. Вы просили четверку на голосование. Мне понравилось. Будем проверить. Шестерка. Пятерка играет шестерка. Я не могу с вами поиграть, пока что шестерка, но в том же время и хочется. Хорошо, может, такая тут игра. Поэтому 6-7. 10 секунд. 8. Скорее всего, черный игрок. Потому что вы лучше всех стреляли. У вас время, госпожа Солнышко. Доброе утро, город. По поводу завещания. Мне понравилось только семерка в завещании. Стреляли по номер 7. Принято. Всех речей, которые были в предыдущем оценке, понравилось наиболее черным. Это вам потому, что, значит, город, слушаете сюда, будет вот так. Почему вдруг? Вы решаете, кого отстреливать, а кто остается. Мне не нравится такая ситуация. И красных призывает кого-то выставлять. Красные выигрывают таким образом, когда мы выставляем и голосуем днем. Черные убивают нас ночью. Поэтому нам нужно для того, чтобы как-то определиться позиции друг друга, нужно выставлять. Это показывает нам, против кого мы играем, чтобы собираться в кучи. Плюс, когда мы выставляем, мы все-таки можем заголосовать, определить черного и его убрать. Черного будет меньше. Поэтому то, что передо мной, как бы говорят, они выставляют, это не очень хорошо. Надо, чтобы как можно больше подозрительных игроков стояли. Вот у меня 7 подозрительных. А шестерку подозревает единица. Есть такая штука, когда пара или мама там с ребенком за столом, они как бы друг друга больше чувствуют. Единица подозревала шестерку. А, по поводу четверки. Я не просила четверку первой на поляк. Я скажу, что... Нет. Госпожа Рапунцель. Добрый два свечи была красная. Были в лучшем ходе, но у вас сейчас речь как-то улучшилась. Три, наоборот, у вас речь улучшилась. Вы играете только по 5, 5 не играет 6, тогда вы не играете 6, 5 не играет 2, тогда вы не играете 2. Это... Мне это не понравилось. 5. Я поиграю. 5. Речь была красная, но я не могу сказать, что играть. 7. Я согласна с давлением 7. Мне тоже это ограничило. 8 секунд. Все можно.
Впрочем, я могу поиграть пока что. У вас время? Господин Регис. Мне вот интересно. Дело в том, что здесь было 4 просьбы на проверку 4. Теперь так. Если за столом динамика, куча народу просит на проверку 4, мафия так смотрит, ага, перекидывает 4, 4 поставим-ка на отстрел. Это динамика. Если по статике 4 на отстреле стоит, то в ней еще правильнее просить проверку. То мы знаем, что она отстрелится. Теперь так. Я сейчас выставляю игрока номер 3 на голосование. Вот. Теперь, по какой логике? 3 просила 4, потом 3 просила 8. Про 8 у меня позиционно пока и ничего не могу сказать. По эмоционалу 8 красно, несмотря на то, что въехала в меня. Въехала в меня по нулю, но пока что покраснее 8. Теперь, проверка сейчас. Я попрошу проверить 5. Если еще не проверим. Госпожа Авиатор. Я поддерживаю тебя насчет проверки 3, потому что насчет того, что я как раз в мафии хорошо стреляю, с первого раза попали. По предыдущим играм было понятно, что мы ни разу не сострелились, проиграли, потому что у нас было 3 несострела. Насчет игрока номер 5, опытный игрок, такое совпадение, он предлагает проверить 4, четверка в тот же ночь гибнет. Это... Да, вот поэтому я предлагаю выставить, ну, надо там кого-то выставить, пока выставить, хороший, красивый, поэтому второй игрок номер 5. Минет опять. А, ну я, да, я хорошая. Спасибо, Паша. Спасибо, Иван. И господин Цин. Здравствуйте. Я что-то не верю на слово. Ну, вас проверим. Красно, будет там играть. Пока я поиграю по речам 2, по позиции поиграю 6. Между 3 и 5 надо поискать. Я буду поискать где-то только 7, 8, 10. Это тоже очень. 7 будет хорошо, умная вещь говорит, но это никогда не значит, что он красный или черный. Он может быть опытный игрок хорошо умной речи и красным, и черным. Так что это как бы ничего не значит. Поэтому пока мне вот нравятся 2 хорошие речи, но это... 2, 6, 9 на кого начать. 10 это как бы по прошлому кругу. Я бы сказал, что он красный, но сейчас как бы, я бы поиграл против, наверное. 10 секунд. У вас время, господин Ромашка. Я может так исправиться. Всем верю в нас. Поэтому кому-то нужно поделиться. Вспомни то, что говорил. Ну, почему бы не выставить игрока на карте? Он голый закрылся. Я выставляю так. Принято номер 1. 10 секунд. Спасибо. И вам, госпожа Тата. Потому что игрока номер 1 весь стол посчитал красным. То есть на мнение всего стола. Есть еще одно такое правило, дополнение к тому правилу, которое называется красный проводик. На мнение всего стола, если вы опираетесь, то это для вас как одна из поддержек. То есть вы красный игрок, вы вот по этому мнению всего стола ищете красных игроков. Это помогает. Это реально так работает. Поэтому а игрока номер 1 весь стол посчитал красным, да, речам. Поэтому нет смысла в это голосование закидывать игрока номер 1. Нет смысла для красного города, правильно? Если вы игрок красный, то ну, потому что такой правильный, то Влад, я не. Знаете, у меня всегда идет путаница. Если я играю с опытным игроком, как Эллер, так он тогда будет черным у меня однозначно. Ну что я могу делать с таким красивым именем? Я, может, он вообще просто так сидит. Он,
Ну ладно, давайте так, выставляю игрока номер 10. Принято, у вас время. Только для того, чтобы подтвердить это в этот... Это я сказала время. Итак, мы переходим на голосование. Будьте внимательны, у нас выставлены 7. 7 не голосуются. Пол Регис. Выставлены, повторяю, 7, 3, 5, 1, 10. 7, 3, 5, 1, 10. 7. Кто против? Голосует игрока номер 7? 0 голосов. 3. Кто голосует игрока номер 3? 2. 4 голоса. Принято. 5. Кто голосует за игрока номер 5? 1, 2, 3. Спасибо. 1. Кто голосует за игрока номер 1? И кто не голосовал, поставьте руки игроку номер 10. Все понятно. Игрок номер 3. Вы собрали наибольшее количество лайков. Ваша прощальная минута. 7 не голосуется. Интересненько. Ну что же сказать, разбирайтесь. Я ничего не могу сказать, потому что ничего спутать. Спасибо. Город прощается. Город засыпает. Черная. Я шериф этого города. В первую ночь провел 8, я уступил с столом. Надеюсь, вы поняли, почему. Нет, я шериф. Так отстукиваются. Я потом поняла. Это фолд. 8. О, почему проверил 8? По просьбе тройки. Для меня было так. 3. В 4 слишком много просили. Я понимал, что четверка может стоять на стреле. В четверку я не пошел проверять. Пошел проверять восьмерку. И восьмерка втопила в меня. Кроме того, тут был неигровой момент, я не хочу его указать на стол. 8 красная. Теперь, в эту ночь провел 5. 5 черная. Что сразу показал столу. Теперь, сейчас уходит только 5. Ну, я же для вас черный, правда? Я для вас черный. Кто ушла 3? 3 для меня подозрительно, поскольку она просила проверку и в 4, которая отсылился, и в 8, которая нашел красный. Поэтому я бы не голосовал как в подозрительного игрока, непроверенного. Да. Но она просила проверку в 4, который ушел в стрелянном, и в 8, который я проверил красным. Именно по такой логике я выставил в 3 и голосовал в 3. Дальше. В меня топило 5. Прошу проверить 5, 5 черное. Сейчас уходит только 5. Я для него точно черный. У вас время. Город прощается. Ванна открывает, господа, солнышко. Но я не верю в шерифство, сеньор. А? Нет, я не шериф. Я надеюсь, что шериф еще вскроется. У нас критики нет за столом, правильно? Потому что тройку заголосовали как черного игрока, я так считаю. Если шериф не вскрывается сейчас, значит, я не верю в шерифство, потому что я знаю суть. Если человек уходит и называет меня черным, он для меня не может быть шерифом. Если шериф настоящий не вскрывается против такого вскрытия, значит, я предполагаю, что тройка уходила черным. Я другую версию вашу. Пойдет, ну, будет со мной город играть, не будет, я не знаю. Я пока выставлю игрока номер 8, потому что 8. Для меня черный называют. Если будут другие, вы, во-первых, выставляли меня, а во-вторых, потому что шериф называет вас красной проверкой, для меня он не шериф. Значит, черный может прикрывать своего, только по этой версии. Если сейчас меня кто-то разубедит или появится шериф, я не буду вас голосовать. Вот пока я играю с 1, 2, играю с 6. Остальных, как бы, я пока не знаю, еще раз спасибо. Спасибо. Госпожа, кто-нибудь? Есть. Да.
Играю 8. 8. Не знаю, у меня 9, потому что красно. 8, 9, 6, потому что... Спасибо, Иван. Госпожа Альяна. Я поверила, что шериф это шериф. Я сразу голосование выступил. Я еще смотрела сериал, и меня говорят, что он кончик носа трогает, когда обманывали. Я не знаю, это правда, но сейчас мы проверим. И еще у меня вообще нет причин не доверять шерифу, он действительно там постоянно под столом копал, я случайно это пыталась. Но кроме того, что выставлен на голосование пятый игрок, я играю с игроком 6, потому что я вижу, что он за город. Я доверяю первому и второму игроку. Девятому, поэтому проверять нам десятку некуда, поэтому я вот предлагаю выставить на голосование еще десятку. Выставляю десятого игрока. Принято. Спасибо, Пас. Спасибо и вам. Польза за дверь, пожалуйста. Господин Цин. Доброго за город. Объясню просто номером. Если это шериф, а это черный игрок, мы сейчас выносим шериф, носит черный игрок. Если это черный игрок, который сам себя застрелил, такое тоже бывает. Когда черный игрок ушел, как бы, ничего страшного, мы вынесем красного игрока, как право нашел, как бы, в любом случае, как бы, пятерка может уйти спокойно, мы ничего не рискуем, как бы, у нас, как бы, все нормально. Настоящий шериф еще может, если это был черный игрок, это же словно есть настоящий шериф, только бы у него все нормально, он может сразу пятерку уйти, и сделать какую-то проверку полезную, как бы, игра продолжится, и город победит, как бы. Если это настоящий шериф, да, это точно черный игрок, мы вносим, все хорошо. То есть, вторая игра там 5. Стоит. Сейчас будет только 5. Я пока поиграю 1, 2, 6. Ну, конечно, 8. Я пока на 5 черный. 10 секунд. 5, 10. Ну, да. А там, наверное, за 2. Уже проверки его нет. Но сейчас. У вас время, господин Ромашко. Да, я вполне согласен, что пятый игрок черный. Я думаю, что пока. Только все равно понятно, пятый игрок вынесен на голосование. Все вынесен. Я. И первый я тогда вынес действительно наугад. Ну, и ничего не добавлю. Спасибо, Иван. Госпожа Тата. Мы прямо про город. Мы не можем сейчас пить. Потому что у нас точно из пары 5-7 только один черный. Это из точно. Из пары 5-7. 7 уже ушла, значит, вы хоба должны ушли. Ой, малосу. Мы не можем пить. Вы хотите с собой еще одну красную? Восьмерка. Восьмерка красная. Вставляю игрока на 5. Да, черный не вскрывается. Значит, у нас был один шериф, который номер 7, которого отстрелили, у которого есть черная проверка, игрок номер 5. А все остальное после этого называется угадать. 3. Нет, 3 уходил непроверенным игроком. Значит, это непонятно. Мы оставляем шанс ему быть прав. На наше счастье, если он черный, а если он красный. У вас время, госпожа Артемида. Во-первых, мне показалось очень подозрительным тем, что 10 сказал, что он просто хотел назвать какой-то номер. Ну, это как бы... Ну, мог как бы просто таким образом
давать указания. Но это точно не точно все. И еще то, что пятый говорит, как бы я собиралась отталкиваться сначала только на мнение возможного шерифа, но теперь я понимаю, что пятый говорит, как бы как будто мы все сразу понимаем, что вот мы вот красные, но как бы вот это непонятно. Поэтому я знаю, кого я подозреваю. И они уже выставлены на голосование. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Жестикуляция прекращается, речи завершены. Мы переходим на голосование. Выставлены игроки. 8, 5, 10. Повторяю, 8, 5, 10. 8. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 8? Один голос. 5. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 5? Понятно? Игроку номер 10 ничего не осталось. Игрок номер 5. Вы собрали наибольшее количество голосов. Ваша прощальная минута. Спасибо, Иван. Город, попрощаемся. Рапунцель, положи мобилку. О. Мобилка. Итак, спокойной ночи, город. Завещание уносить игрока номер 6. Почему? Игрок номер 6 просит проверку в четверку, поддерживая игрока номер 5. И четверка убивается. Это один из... С кем я сейчас говорю? Хотя бы с вами немножко. Я думаю, что и вы тоже меня поймете. Если красный игрок убитый оставляет жесткое завещание, значит, по его завещанию желательно выставлять на голосование следующего игрока, которого, допустим, он дает, и его заголосовывать. Вот так. Теперь так. У вас за столом сейчас сидит две мафии. И вас осталось раз, два, три, четыре, пять. Господина циника на угадайку. Жесть. 10 секунд. То есть у вас, конечно, шансы есть. Если меня шестерочка уходит. У вас время. Прощаемся. И дебат открывает госпожа Рапунцель. Доброе утро, город. Я ухожу, потому что я с четвертой, хотя что четверку проверили, но один тоже говорил, чтобы проверить четверку. Говорите. Смотрите, я играю в 9, а что? Могу тоже с 8 поиграть. Если вы меня сейчас вынесете, кроме раз, то может быть по 2. Там, не знаю, как 3 ушла, а 5 точно ушла, но с чем-то. Но, город, вы сами разбирайтесь, я выставляю. Я точно не знаю. 10 секунд. Кто у вас черный? Вставляю в канал 10. Принято 10. А что стоит? У вас время. Госпожа Авиатор. Я выставляю игрока номер 6. Принято. Я только не поняла, почему решили, что
что я еще пока не понимаю. Но я со временем научусь. Хорошо. Вот. Я не поняла, почему у нас считается, что именно обязательно две мафии осталось, потому что, видите, когда уходил номер три игрок, то ситуация не совсем прояснилась, был он мафией или не был. Он был под подозрением, но его не проверили. Почему шесть? А, так потому что первый сказал, я слушаюсь. Ну, у него опыт большой. Вот. 10 секунд. Поэтому, если 6 за десятку, то я, может быть, даже одно подозрение. Пока я выставляю для камеры 6, спасибо. У вас время? Господин Циник. Направился. Проблемка. Завещание убитого точно красного игрока, это была очень важная личность. У него нельзя. У нас план начать 6, как бы сейчас 76, если проиграем, как будто бы наша игра. С другой стороны, у нас есть 8 красных проекта за столом, которые не отселилась. Я бы, будь мафия, я бы не стал бы ее жить. Шестерка тоже поглублен, что не жил бы в смерти осталось за столом. Поэтому, как бы, у меня шестерка более красная. У меня подсенье отвержу. Ну, 2 и 10. 10 имеет чернее. Мафия за столом проблема. Может быть, 2, может быть, 1. Я бы сейчас... Я бы... Вставание, как бы, между... Падаем более красный, чем 6-10. 10 секунд. 2-8 я играю, 2-8-9 я играю. 6-10, как бы, типа завещанию или типа интуиция, это вопрос. Выставляю 10, выставляю 6. Стоят. Время. Ну, там будем много голосовать. Я сказала 10. Время. Полцы. Ромашка, минута. Сейчас мне немножко понятно, потому что я доверяю. Риф, я знаю, раз. И если за столом две мафии, то это 6 и 9. И выставите корректно. Выставляю 6 и 9. Принято 9. У меня все. Спасибо. Здравствуйте, город. В начале круга мне, в начале как бы дебатов мне показалось, что ну, как же, если все такие красные, мне все казались очень красные, получается, что я что ли черный? Очень я запуталась, а теперь и в соответствии с речами я уже мне примерно понятно, в ком я не уверена и ну, в ком я не уверена в 6 и в 9. Хотя я была очень уверена в 9, но сейчас мне как-то не очень понятно. Но может быть, что 6 и 10. И я вот... потому что я уверена в том, что 10 красная. И несмотря на то, что она тоже просила четверку проверку, она сказала точно... 10 секунд. Она сказала точно номер 6, и поэтому я... придерживаюсь. У вас время? Дебаты завершаются, жестикуляция прекращается. Мы переходим на голосование. Выставлены игроки 10, 6, 9. Повторяю, 10, 6, 9. 10. Кто за то, чтобы стол покинул номер 10? 2 голоса. 6. Кто за то, чтобы стол покинул 6? 3 голоса. 9. Ничего не досталось. Игрок номер 6. Вы набрали наибольшее количество голосов. Ваша прощальная минута. Молодец. Город с вами прощается. Спокойной ночи, город. I'm gonna get you.
Ну, видите, меня ведь проверили, всем понятно, что я красная. Мне только интересно, а почему игрок 6, уходя с таким оскорблением, бросил именно в десятку? Я что-то пропустила, очень важно в их личных отношениях, по всей видимости. Почему-то игрок 6 стрельнул в десятку. Я думаю, что... Десять секунд. Да, ужасно, честно говоря. Да. Я думаю, что вот этот момент за десятку очень странный. У вас десятки. Время. Город с вами прощается. Дебаты открывать, господин Цирик. Попробуй ты, город. Сейчас выставляем всех по кругу. Я выставляю десятку, объясняю, почему десятка черный, почему я красный, так выставляет Бог, только выставляет меня. Все поговорим, потом голосование. Да, я просто объясняю, как работает. Выставляю игрока номер 10. Принято. Почему 10 я позиционирую 10? Почему проверку 4? Это ну, первый факт, что 10 мне не нравится. Потом... 6-10, как будто явно либо они два черных разбегаются, либо явно разные цветки. Поэтому то, что вы выбрали 6, сейчас для меня. Бад у меня как бы красный игрок, я играл с двойкой буквально с другого круга, поэтому сейчас игрока сказать не буду. Я тоже голосовать не буду, потому что цвет я знаю. Я голосую 10. Сейчас здесь не объяснить мне, почему как бы я черный, что он как бы не рано что-нибудь сделать, либо еще два черных. Он сам. Спасибо, спасибо вам, господин Ромашко. Я не совсем помню там, что с самого начала, как было, я проследил, но у нас как бы получалось, что у нас две мафии колонн было. И когда мы вынесли номер 6 и 9, я подозревал однозначно. И сейчас всего одна мафия за столом, иначе это был бы 3. И это 9. По-другому быть не может. Я выставляю номер. Принято 9. Есть секунд. Спасибо, пас. Спасибо и вам, госпожа Артемида. Я очень запуталась. Это был такой ход, как бы, когда остается 3 игрока, то как это работает, да? Как это чаще всего происходит, да? Понятно, понятно, я поняла, спасибо. Я тоже думаю, что... Я тоже думаю, что 9 это... Я выставляю игрока номер 9, потому что он пытается... Потому что он пытался мне сейчас стереться в доверие, видимо, говоря, что со мной играет с самого начала. Вот, и я так думаю, и я согласна с игроком номер 10. Спасибо, Пас. Спасибо, Иван. Все поговорили, переходим на голосование. Выставлены игроки. 10-9. Повторяю, 10-9. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Спасибо. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? Спасибо. Игрок номер... 9, ваша прощальная минута. Вообще, было не в своей непокругу, как бы. Но если бы была бы черная, как бы она всех как бы победила бы, это было не совсем кандидат на будущее. В принципе, если бы была красная проверка, это было бы логично. Так бы это была мафа быть, которая так на будущее. Сейчас хорошо сыграют, сыграют уже. Все, спасибо, пас. Спасибо и вам, с чем городом поздравляю. Молодцы. Вот и были. Пульза. Солнышко, циник. Доном был циник, шерифом был Рейнис.